Сегодня, сейчас начнется сессия Народного собрания. В связи с тем, что информации появилась, в средствах массовой информации появилась аудиозапись, где непосредственно Дмитрий Георгиевич замешан в переговорах, где он пытается кого-то навострить, чтобы в тюрьме кого-то раздавить, и чтобы тот дал показания против Формозала. В связи только с этим фактом он сегодня не имеет права начать и вести народное собрание. Он не имеет сегодня. Поэтому все депутаты народное собрание, которые здесь присутствуют, я требую, чтобы вы отстранили его сегодня же от этой должности до того момента, пока правоохранительные органы не скажут, что он прав или не прав. Отстранить сегодня же его от должности. Отставку! Отставку! Еря! Еря! Еря!